Ярик, спасибо вам большое за обзор столь замечательного ружья, как Беретта Е100, владельцем которого я являюсь с 2006 года. И просмотрев ваш видеоотчет, нашел небольшие отличия в вашем и своем ружье. Во-первых, это тот факт, что ударно-спусковой механизм моего ружья изготовлен полностью из металла. А во-вторых, у меня присутствует надпись на стволе, что все-таки он сделан в Италии. Я сделал несколько фотографий, которые сейчас предоставлю. Надеюсь, что в дальнейшем они могут вам пригодиться в обзорах данного ружья. Спасибо.